Всем привет, ребята, вы на канале RM Game Studio, меня зовут Рома, и я решил начать поиграть в первую часть Call of Duty. Присоединяйтесь ко мне, ставьте лайки, кому интересно, кому не интересно, тоже можете поставить, вы не обеднеете, а мне будет приятно. Ну что ж, запасайтесь кофе, как я говорю, вкусняхами, и поехали, буду играть на обычном. Не хочу я сильно затягивать такую прям аж, чтоб аж тяжко, чтоб аж жопа кипела. Не хочу. Не сегодня. Лагерь ТКО, Джорджия, США. Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Ну, раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. По мере твоего приближения к цели, звездочка будет двигаться к центру компаса. Так достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и начинай прохождение полосы препятствий. Yes, sir! Быстрей вперед! Мартин, ну ты здесь, бедняга! Рад тебя видеть! Че вы черные такие? Удачи тебе! Шевелись, ты не на прогулке! Перепрыгивай! Давай быстрей! Неплохо! А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Так, Ctrl лечь, C сесть. Сержант, зарядить эти пулеметы. Вести на лестнице, рядовые. Быстрей, быстрей. Рядовой Мартин, тебе в эту дверь. Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием, а остальные останутся здесь. Задери голову, рядовой! Я здесь, на наблюдательной вышке. Возьми со стола один карабин М1А1. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точка... Делай еще 6 выстрелов по мишени во время движения из разных положений. Ты будешь стрелять точнее, находясь в неподвижном состоянии, из положения лежа или пригнувшись. Эти навыки могут спасти твою жизнь. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево. Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Отлично, рядовой. Да ты что, а вот это ты дальше. Капитан очевидность прям. Замени свой Спрингфилд на один из Томпсонов на столе. Если у тебя не три руки, ты можешь одновременно нести только два вида оружия, не считая гранаты. Сделай несколько шагов одновременно цели. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Теперь поменяй оружие, рядовой. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время. Ошибешься в выборе, можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще 3 выстрела по мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Возьми со стола осколочные гранаты.
Давай, шевелись! Кинь по гранате в каждую из дырок впереди! Вот тебе и гром и молния! Двигайся по моста, наклоняйся то влево, то вправо! Это защитит тебя от врага! Ладно, рядовой! Переходим в следующий сектор! Помни, рядовой! Если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов! Не геройствуй, он может спасти твою шкуру! Ну и, наконец, рывчатка! Держи, партнер! Рывчатка обладает огромной огневой мощью! Отнесись к ней с уважением! Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если... Бах! Бих-бада-бум! Неплохо поработал, рядовой. Молодец! Всегда носи оружие при себе и не забывай чистить его. Ты свободен. Yes, sir! Так. В окопах нет неверующих. Это не аргумент против неверующих. Это аргумент против окопов. Вообще-то такое. Что-то такое, непонятненько. Внимание, группа Бейкера. Дело серьезное. Операция Оверлорд. Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч. День Д. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Жуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золото, Жуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устье реки Дус разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Это большая дорога... Ой, да хорошо, вот прям в Call of Duty так долго вечно все рассказывают, а по итогу надо идти вперед и гасить всех. Все. Больше ничего не надо. Я прям не знаю. Окрестности Эглис, Сен-Мер, Франция. Так, связаться с сержантом Хитом. Ты кто? Ты не мой человек. Ой, класс. Мне это напоминает медаль за отвагу на первую плойку. Помните, может, кто-то? Жалко, что он не бегает. В смысле? Ага. Так, сколько сюда влазит? 5. А сюда 15, это лучше. Ой, бедняга. Не выдержал давления воды. Ой, воды, войны. Так, установить радиомаячок. А, так это моего повесили. Он сам на парашюте повесился.
Где вы, фрицы? Ага. Так, одного вижу. Готовы. Питошары. Опа. Опачки. Идут фашисты поганые. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уже мои пацаны по-любому. Понеслась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого! На, фашистяра галимая. Это замесы начались. Так, ты мой, да? Блин, вы меня бесите, пацаны, честно говоря, лезете. Ах ты ж тварь. Гасануть хотел меня. Так, отойди, дай аптечку возьму. Блин, что ж я все время побежать хочу? Снимаю бега. Ага. Важнее всего никогда не бояться. Враг, который заставляет вас отступать, в этот момент сам боится вас. Андре Моруа. Вот так вот. Вот так вот. Да. Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде. Yes, sir. Вперед, вперед! Ой-о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 й! Да ты что, что ж творится-то такое?
Вот это меня контузило. На контрольную тебе. Ну а чего перепрыгнуть? Забросьте-ка пару гранат в эти окна. Мартин, помоги. На тебе, фашист поганый. Тварюки, а? Ах ты ж тварь. Так, у меня энергии голяки. О, аптечечки вовремя. О, вот это я люблю. Это здание надо зачистить. Достаньте пулеметчика. А теперь бежим, пошли. А, это мои. Вот не в меня, а? И это мой. Ой-ой-ой! Так, это уже серьезно что-то. Ого! Вот это они дали мне, конечно, а? Оставайтесь здесь! Ой-ой-ой-ой! Вот же ж тварь, а? Конечно. Так, не, надо забрать тут мой автомат, если он еще тут есть. Устанавливаем огневую точку. Мартин, тебе левый фланг. Мартин, возьмешь на себя левый фланг. Зачисти это здание. Давай, вперед. А, вот он. Слава богу, этот поярче будет, ребят.
нате вам, гады. Надо пройти через эти дома, шевелись, вперед! Так, на, тварь! Фрицы поганые! Лежать! А ну, угомонился! Так вот. Будут знать, как тягаться с романчиком. Где мой карабинчик? Ох ты ж, паскуда. Аж вы хейтеры, блин, твою мать, а? Вот это поварило! О, ё-моё! Да что раз знает где? Так, ништяк, карабин двоих пробивает. Это очень здорово. Ну уйди отсюда, блин. Идиот.
бесишь меня. Да ты смотри, а что ты будешь делать? Давайте по одному сюда. Так. Ага, так, подождите, вот М по одному выстрелу, правильно? По идее, да. Вот это я налезть мог только что. На, тварь. Прикладом тебя загасил. Так. Аптечку взял. Какая граната? Эксплорер. То есть взрывчатка. Вы ж глупые фашисты, не понимаете ничего. Так, тут сейчас будет, наверное, жопень какая-то. А, кто б сомневался. На, тварь, на, и тебе на. Не хотел подписываться на мой канал, сдохни. На. Скотина. Ох, вы шо, пацаны, я вас чуть не перевалил всех. Ох, он там строчит, а. Сдохни. Нате, нате. Агент Романа присел. Ой, это мой. А ты не мой подписчик. Будешь вздыхать, значит. Ой-ой-ой-ой. Пацаны. Пацаны, выручайте. О! Лови, фашист, гранату. На. Будешь погибать. Я хочу, чтобы здесь был резерв. Так, лекарня не мои. Зачистка! Возьми этот сектор под контроль. Тут чисто, босс! Ну и чё, пацаны? Ладно, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление, так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Я никогда не оправдывал войну, если только она не являлась средством достижения мира. Уиллис С. Грант какой-то. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях, что это за чувак был такой. Ой, кошмар. Так. Иглис, Сан-Мер, Франция. Опачки. Все? Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Ой-ой-ой, смотрите. Прям, не знаю, морские котики. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Да прям-таки один раз попал в своего. Че он там вообще лазит? Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Ой, плохи мои дела, ой, плохи мои дела. Так, лучше, наверное, все-таки, ай, не вылазить. Правильно я думаю. Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Блин, я, конечно, все понимаю. Ага. Ладно, весело. У миномета случился перерыв. Джонсон, пойди взгляни. Блин, да что ж происходит-то, а? Ладно, у миномета случился перерыв. Джонсон! У нас гости! Где мне его взять? Так, пацаны, прикрывайте. Сейчас дядя Рома будет наказывать. Плохой танк. Вот уроды. Говорю, прикрывайте, они что делают, а? Как школота прям. Ёлки-палки.
Да прикрывайте ж меня, вы уроды! Кошмар какой-то. Огневая поддержка. Аптечек дайте, поддержка. Изрешетили меня, как хотели. Что это такое? А, это типа горело. Так, что за движуха? Вы кто? Ага, то явно не мои. О, аптечки. Ура! Надо валить отсюда. Меня бросили. Танк Тигр всем в укрытии. Обалдеть. Ух ты, что это такое? Где мой автомат? Так. Где-то хрень железная лежит. Что-то мне на карте показывают, блин. Я чехлов отбить не могу. Да давай перезаряжайся. Так, так. Ах ты ж долбаный танк, а? Ничего. Вот это он мне гасанул, как гасанул. Опять контузило.
Сейчас я тебе всажу прям в самую сраку. Тварь. Славный выстрел, Мартин. Там строчек. Ай! Ага. Молодцы, молодцы, базара нет. Ай! Ну и шо, пацаны, где вы застряли опять? Ну, твою мать, а. Потерялась я. Гадя. Так, ну я понимаю, сюда где-то надо. Боже, никогда ее не проходил. Помню, играл очень... Давным-давно еще. Так, надо быть осторожным. Сэр, мы только что засекли немецкую мотопехоту. Отлично, парни. Так, ребятки. Ах ты ж тварь. Ты дерзкий. Да что ж такое? На, сука. Вот это да, конечно, вообще жестокие твари какие, а? Если будет необходимость, я выйду вас. Продвигайтесь, а вы, блин, вудпекеры. Ага. Ух ты что? Я, тварь, тебя загашу. Ты на кого рыпайся, тварь, сдохни. Смотри, засели тут гомосеки.
Че, все? Вот это да. Еще гонит, чуть не задавил меня. Мартин, сюда! Забирайся в машину! Да уж. Мартин, сюда! Забирайся в машину! Да слышу я тебя. Ну что, ребята, на сегодня, я думаю, хватит фашистов, немцев, чтоб не получилось слишком большой видос. Ой, это будет Мартин, скучно. Забирайся. Интересно. Я бы играл в нее еще играл. Но нужно видео обработать, сделать туда-сюда, всякое такое. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, ждите мою серию новую. Не забывайте вообще там, не знаю, пишите, всякое такое. Все, до скорых встреч, пока, с вами был Рома. Пока.